Вау! Очень красивый кот. Да, какие глазочки красивые. Ротик красивый. Ничего перепуганный. Ну что тебя никуда не забирает? Скрытая камера снимает. Кому ты нужен? Мяукни родинку, покажи на подбородке. Меченый. Ну, родинка уже такая есть. Он держит. Мне кажется. О! Куда ты лезешь? Я мужик, вы там эти интимные места мои показываете. А, там ничего. Там уже ничего нет. А родинку? Так, Серега, давай наливай. Садись туда, пусть мама туда. Мама сказала, что это а я поставлю. Кто в академии, Лида? Кто в академии? Не прошу, она снимает. Тут текст пошел. Да, мы сегодня отмечаем удачное выступление Антона. Дай Бог, чтобы это выступление было так началом его побед. Чтобы он нас радовал, наша так надежда, звездочка. Вот. Силы ему, уверенности. Звездочки тоже себе нальем. Чуточку. Что значит, что сегодня? Ничего себе. То есть тренера выпивает, что уже ученик не может выпить, да? На экрана выпить. Так, ложечки достанем. Ну, так, по чуть-чуть. Эх! Ну что? Серега. Что тут? Ну что, на эту, в чашу доступил эту. С водой. Водичку. Да нам чуть-чуть. А мы чашу. Так, и чокнули. Так, это Серега. Так, ты снимай, снимай. Снимаю. Так, так. Так, 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 сюда. Так, солнышко, за тебя пью. Молодец, Антошка. Порадовал нас всех. Так держать. Мама, что ты поставила? Воды в чайник залить. Ну, тот самый мускатель. Неподдельный. Ой, вкусняшка. Вкуснота. Тебя встретят, Лида? Не-а. Мы проводим. Ну, может, проведете тогда. Так, выключай камеру. Так, Антоха, ответное слово. Как ты оцениваешь свое сегодняшнее выступление? Ну так, больше, чем ты ожидал? Или чем-то все-таки ты думал, получится? Не, больше, чем ожидал. Нормально, да? Я тоже так думаю. Для таких ответственных соревнований тут один такой досадный срыв. Во-первых, так, между нами, ты мог в один или второй день на вольных присесть на попу. Вот. Теперь коня ты сегодня вообще сделал исключительно. 8,4 объективная оценка. Объективно, чистенько мы сейчас посмотрим. Теперь брусья, молодчик, 2 дня проколотил. Отлично. Что в первый, что второй день. Вот. Что там так? Перекладина. Ну, перекладину можно было бы первый день лучше взяться, но тем не менее. А ты не снимаешь? Я снимаю. Значит, это мы отвел-то. Вот. Теперь что еще? Ну, досадное было это. Что Максимом назвали, ну ничего. Можете завтра еще пересчитают оценки. Может, еще и не третье, может, и второе. Завтра, окажется, мы на втором месте, как сегодня. Да, посчитали, как Максим не назвали. Только сегодня у девчат сразу выиграли, а вас обнаружится завтра. Обменяйтесь медалями. Сережка, ты твое слово. Как ты за братана? Ну, год. Конечно. Обидно было. Молодец. Обидно, что проиграл. Все-таки сколько проиграл, сейчас на видео посмотрим, и там будет сказано. Я думаю, что оценку-то они уже посчитали правильно. Я думаю, нет, пьяные. Ну да. Нет, ну когда они считали, что не были. Ой, как были они уже. Они еще сначала были. Да. Вчерашнего дня уже, да? Сережка, закрывай книжку, доливай и пойдем смотреть фильм. Да. Вкусный, да? А это я сейчас зашел в этот солнечный сейчас, вот этот универсам или как, супермаркет. А ты бы, да?
Да. Свежий, со сгущенкой. Там какая-то сгущенка с зефиром каким-то вкусно. Так. Ого, это не шульмато.